Лев Кузьмин. Как добраться до небес? Что нужно сделать, братцы, чтоб до небес добраться? За стол сначала нужно сесть, тарелку манной каши съесть, потом в зеленый лес пойти, большое дерево найти и вверх по крепким сучьям подняться к белым тучам. А там на тучу встать ногой, шагнуть на радугу другой, и вот уже нас не достать, и небеса все наши. Но, повторяю, начинать нам нужно с манной каши.